Здравствуйте, с вами Олегыч, и вы на канале Олегыч Геймс. Мы продолжаем игру Shadow Warrior. Так, это 12-я глава, убили этого главаря, второго уже. Медзу, по-моему, там звали, или как? Так, а сейчас какая-то тут зима, ёптель. Третий шепчущий, чтобы взять третий мяч, меч на Бицуракаге. Хорошо, давайте тут порыщем, что-то поищем интересненькое. Денежка, сколько у нас? О-ха-ха, сколько денег? С ума можно сойти, да? Так, надо все тут обыскать однозначно. Я ничего не вижу. Еще не хватало свалиться с этой высоты, это вообще было бы бомба. Так, ну, о, там что-то я вижу. А не, это показалось. Понятно. Аптечка нам не нужна. Это здесь, блядь, горы. Можно на лыжах кататься. Так, мы будем идти сейчас к Зилу. Где-то здесь его, наверное, база находится. Так, а там я вижу, есть кристалл. Это неплохо. Пошел в жопу. Вот мы взяли кристаллик. Так, давайте что-то там себе киданем. Так, защиту мы все изучили, да? Что у нас там осталось? Ударная волна. Ударные волны. Такие вот пироги. Так, не знаю, где... Ой, я вижу там какое-то здание. Ой, нам туда 100% надо. О, тут даже кто-то ехал сюда. Так, там все перекрыто. Ну, идем вот по этой дорожке. Больше нам, в принципе, здесь ничего не остается. Все замело к кидреням собачьим. Ах, твою ж мать. Там метает, сука, я тебе сейчас устрою тут, блядь. Нахер с этой горы. Я царь горы. Все, добегался. Ты чё, блядь, охерел? Внутрь. Ну я понял, что нам это надо сделать будет. Так давайте осмотримся, что здесь. Аптечка не нужна. Это мы еще высасываем жизнь этим мечом. Вот что самое бомбезное. Так, куча бочек. Нахрен никому не нужно, как по мне. Снег прям так репит под ногами, что, блядь, с ума можно сойти. О, там что-то есть. О. И что теперь? Блять, надо карточку найти. Ну и где она находится? Хрен его знает, где эта карточка. Еще подождите-ка. Может, тут какого-то чувака, мне кажется. Ну, давайте глянем.
Так, одно тело нет. Тут еще какие-то тела были. Там еще был какой-то хрен. О. Замерз, сучка. Да, у нас нету карточки. Дерить, колотить. Бляха-муха, где ее найти? А, вот она, блядь, сука. Хрен увидишь эту еще карточку, блядь. Кстати, вот тут графика стала намного лучше. Вот зимой была она какая-то зарыганная детализация. Давайте смотримся здесь. О, сколько тут всего. Ой, печенюшка, вам привет от мамы. Спасибо, блядь. Все, осмотрели. О. Пусто. Да, у нас куча патронов ушло, так что тут... Надо все везде осмотреть. Так, тут ничего. Ракеты, это круто. Так, походу можем дальше идти. Откуда они там взялись, непонятно. Что за дверь такая интересная? Давайте откроем ее. Так, есть такое. Блять, сколько этих шаров? Какой хитрый, блядь. Суки бешеные, блядь. Так, там еще один я вижу шарик. Пошли в жопу. Так. Бабосики взяли. Вах, твою мать, не заметил. Так, что мы будем ехать на этой вагонетке, что ли? Ну, давайте.
что нам дали, непонятно. Хорошо, что я могу так вот скрешаться. Нихера себе, блять, меня взорвали здесь кибеням собачьим. Что это за, блять, дикие такие ребята, блять, их там еще попробуй всех перебей. Да, блин, взрывы нехилые. И выйти из вагонетки этой дурной не могу. Так, ну поехали. Так, давайте тогда хитро делать. Еле прошли здесь. Чё, приехали? Что ж, слава богу. Так, преодолели эти препятствия. Ага, здесь за нами даже дверь закрылась. Я там пропустил, кстати, одну чашу с кармой, ну и хер с ней. Можно пережить. Это колбочка. Нахер. Так. О, бронежилет. Вроде все осмотрели. А что, у меня есть доступ? I won't die till I get the order from you, sir. Are you safe? How did you get here? I chartered a helicopter. You chartered? Things got pretty hairy at the shipyard, sir. Did you see Kiyokagami? I haven't been able to raise them at all. We got separated. God damn it! These creatures are everywhere. All my men are gone. Are you concerned about the sword, sir? I have two of them here. You have? What? I was able to retrieve Miziaki's and the one from the Manticore. If we survive this, I'm going to make you a very rich man, Lang. Sounds good to me, sir. Finally, one thing in this godforsaken world goes my... No! It's gone into quarantine. Find someone with override clearance. Yes, sir. Обманываем его. Так, способ нужно найти, чтобы отключить карантин. Some of us have learned not to burn bridges. My family may be volatile, but there's a lot of love there. Really? Okay, no. Ага, с этой стороны. А, теперь пешком будем идти.
какая там толпа, блядь. Ёптель. Нормально мы их порубали. И нам аж приз дали, вон, 3 с чем-то. Так, давайте смотримся, что тут есть. Кроме снежка я тут ни хера и не вижу. Так, кстати, можно на меч перейти, что у нас? Патроны бесконечные, что ли? Дверька закрыта. Так, я понял, что нам туда, но я хотел бы осмотреться. За кабинет. Приныкались от меня эту вот, блин, статуэточку. Разработчики хитрые, блядь. Так, этого нам не надо. Собираем капусту. Давайте еще тут пройдемся быстренько. Может, кто-то еще остался жив, добьем сейчас быстренько. Так, а здесь что за зима, завалена вся, да? Кстати, что-то вижу. Как туда попасть? Это не бьется. Сейчас посмотрим, может, там с той стороны есть где-то проход. Например, где-то здесь. Вот такие черти. Ветки здесь. Вот эта чаша, которую я пропустил. Так, найден тайничок. Хорошо. Нахер пошло. Так, ну здесь уже больше ничего нету. А то, как попасть в этот с левой стороны в эту комнату, я вообще без понятия. Дверь-то там закрыта. Вот у меня идея родилась. Может, тут что-то бомбануть надо, чтобы двери открылись? Не-а. Ну и хер с ним тогда. Кстати, и тут тоже не открывается. Запечатаны эти комнаты. Так, тут мы были.
мы вышли. Ага, дверь мигает с той стороны. Ну, давайте посмотрим, что тут. Так, штуку мы уже собрали. Давайте откроем эту дверь. Я уже слышу какие-то крики там. Точно по нашу душу. Ой, блядь, мы вышли в какую-то тут галерею. Где еще? Ой, я тебя люблю, ребят. Вот с этими надо уже чуть-чуть по-другому. Ах, твою мать, притягивай, да? Успел, блядь, в сторону. Есть. Так, ну что, будто чью-то голову я бы подобрал. Вон есть чья-то голова. Моё. Так, давайте осмотримся. Тут по-любому что-то где-то должно быть. Аптечка, это понятно. Открылась. Ой, блядь, у меня по привычке, я уже думал включить. Ага, тогда идемте сначала в ту дверь, где не было такой прогрузки. Следующая дверь — это наша по заданию дверь. Мы ее не трогаем. Давайте еще посмотрим, может, есть какие-то еще двери. Или вон сундучки я вижу. Тоже как бы не помешают. Так, отсюда мы пришли. Нет, больше ни хера здесь нету. Обидно, конечно, но... Thank you.
дальше. Так, что тут все закрыто, да? Что, мне кажется, что это сейчас все подкрывается здесь. А может, просто сделали так для виду? Так, это мы все взяли. Чуть тихо как-то, не? Ой, боже, что ты там скрипишь мне? Тут точно доступа нету. Давайте посмотрим, что тут еще. Все запечатано. Так, что-то должно по-любому здесь быть. Ну, идемте, давайте на лестницу. Что, идемте их гасить. Блять, и что теперь делать? Если везде там смрад. Так, а что там по заданиям? Найти профессора Накамура. Я и знаю, где он. Что-то я не вижу, чтобы везде открыты были двери. Ага, тут открытая дверь. Отлично.
этот бедный ж обосрался. Ух, вот это мы тут побоище устроили. Так, давайте найдем профессора. Где-то он здесь прячется, это 100%. Кто-то замерз. Оп. Чик, спустились. А, наконец-то противогаз. Так, ну что ж, ребятушки, теперь мне пофиг на этот газ. Бронечка нормально, 75. Максимальная пока, которую я видел. А, я даже знаю, где я вышел. Отлично. Их двое. Понял. Что такое? Тебе что-то не нравится? Бронированные, блядь. Одному, блядь, высекать, я уже не знаю, что делать. Thank you.
давай беги уже. Одного ушатали. Где эта тварь? Давай иди сюда. Колотить, а? Так, очки кармы у нас появились, надо срочно их куда-то расхреначить. Я там куда-то их тратил. Похищение душ. Так, отсюда мы пришли. Ага, вон там открытая какая-то дверь. Да, нам сюда. Так. Да, побздякивает здесь, согласен. Так, вроде больше тут ничего нет, да? Это показалось, не? Нужно найти профессора. Так, надо сначала нам тут все пособирать, потому что нам это, в принципе, пригодится. О, печенюшка. Разница между ротовым и ректальным градусником лишь дело вкуса. Ничего нет, обидно. О, 1700, неплохо. Так, тут все. Маришь меня уже, все? Всех победили. Это хорошо. Так, надо тут осмотреться.
вообще тут какая-то комнатка. Боже, опять какие-то тут тела на кольях, нашпигованные. Просто сплошная жесть. Нахер. Вы закумарили уже меня, ребят. Кто-то рычит. Все, выжали. Я прям не верю, что мы тут всех ушатали. Надо везде все внимательно смотреть. Это мелодия играет непонятная. Так, тут все, что тут в центре тогда? Так, найдите профессора Накамуру. Тут в этой жопе поймешь, кого искать. Так, это что за дверь? Она закрыта и не мигает.
Надо еще поискать. Может, мы отсюда пришли? О, вижу, есть. Тоже закрыто. Он вообще живой, этот профессор? Может, он не живой, надо просто найти что-то там от него, да и все. Глаз какой-то. Все, я уже понял, где может быть его части тела. Там, где... О! Есть, нашли мы профессора Накамуры. Так, где теперь эта дверь? Нет, следующая. А, вот, вижу ее. А, блядь, лабиринты, ёптель. Отлично. Так, тут ничего. Да все здесь, все эти нычки позабирать. Хорошо, что тут у нас воздух не качается, ну в этом. То бывают такие игры, где надо менять эти еще, блядь, фильтры. Ну, вы понимаете, целая история начинается. Так, тут вроде бы ничего интересного. Так, для дробовичка даже нашли патронтос. Ничего. Блять, еще какую-то оранжерею не видно. У нас есть автомат, да? Так, тут вроде больше открывать ничего такого не надо, да? Давайте спустимся, осмотримся внизу, что там есть.
еще там пишет, никогда не поздно научиться чему-то глупому. Это я согласен с этим. Так, это что за херня? Какая-то машина, блядь, не знаю, что с ней делать. Вернуться, чтобы открыть ворота. Сейчас найдем дорогу. Вижу. Так, открываем. Все, значит, мы уже туда возвращаться точно не будем. А, там где вагонетка застряла, я понял. С этим мы разобрались, эти ворота открыли, что дальше? Блять, нам не те ворота надо, там где вагонетка. Сука, лабиринт ебучий этот, блин. Так, нам получается сюда, наверное. Насколько я помню. Там дальше не могли проехать, потому что карантин.
Да, так и есть. Ух ты, а тут открылись дверьки. Тоже какая-то машина такая здоровая. Кстати, там было тоже закрыто. Я смотрю, там открыто тоже уже стало, да? Они мы здесь были. Да, и здесь были все. Sorry. I really hope this works. Еще разок. Должно сработать. Отправиться в замок Зилы. Что, пешком? О, отлично, прошли. Да, довольно большая была миссия. Хорошо. 13 глава. Ох. Замок Зилы. Ну, я думаю, там еще столько-то несколько уровней, и этой игры конец, конечно. Вкус цены, на которую мы сговорились. Придется, наверное, нам встретиться с этим Зилой по-любому. Так, отлично. Да, крепость в горах, это серьезно. Отправиться в замок Зилы, ну это понятно. Так, давайте, наверное, здесь сохраняемся, уже в следующем продолжим. С вами был Олег Ичи, это канал Олег Ичи Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.